Рыбалка и поход за ягодами чуть не закончились трагедией для шестерых свердловчан. Мужчины 4 дня провели в тайге на севере области. У них сломался вездеход, а спасатели из-за сильнейших снегопадов по земле добраться до группы не смогли. Пришлось заходить с воздуха. Из-за снежного плена рыбаков вызволяли на вертолете, но и тут погода помешала. Из-за метели на поиски пропавших ушло почти 3 часа. На борт 6 человек вместе с вещами подняли с помощью лебедки. Мужчин тут же доставили в аэропорт Кольцово, где их осмотрели врачи. К счастью, все оказались здоровы. Выжить в диких условиях, рассказывают мужчины, им помогли запасы ягод и рыбы, которые они собирали и поймали. Правда, домой они вернулись с пустыми руками. Пришлось перейти на питание. Единственное, что у нас было с собой, это клюква и замороженная рыба в ограниченном количестве. В общем, к настоящему моменту 3/4 клюквы было съедено. Ну и рыбы примерно осталось еще на пару суток.